Ну что ж, я вас приветствую, милые дамы и господа, и с удовольствием презентую вам вот такой жемчужный комплект. Если вы хотите собрать собственную коллекцию жемчуга, обязательно смотрите рубрику «Украшения сегодня». Прелесть жемчуга, одна из прелестей, еще и в том, что его можно комплектовать абсолютно по-разному. Самые внимательные увидели, что у меня представлены жемчуга разных вариантов цвета. Это классический белый, это редкий, необычный, таинственный черный и нежный розовый жемчуг. Все эти варианты можно сочетать друг с другом. Ну и более того, у меня для вас сегодня есть спецпредложение. Это специальная цена на бусы. Жемчужные бусы, которые станут незаменимым аксессуаром в вашем ювелирном гардеробе. Итак, встречайте, «Жемчужная магия». Таково название этих бус. Обратите, пожалуйста, внимание на цену. 1999 рублей. Только сегодня актуальная цена. Ну, либо пока товар есть в наличии. У нас нередко случается так, что украшения по специальной цене заканчиваются раньше, чем заканчивается день, чем заканчивается действие акции. Итак, про жемчуг говорят, если недорого, то очень дорого. Но благодаря тому, что в рубрике «Украшения сегодня» есть специальное предложение, то есть особая цена, вы можете приобрести бусы из культивированного жемчуга, а это жемчуг натуральный, обязательно объясню вам, в чем суть, по уникальной цене, а именно 1999 рублей за эту нить бус. Ну, и сейчас вы посмотрите внимательно и, наверное, решите, что я вам демонстрирую сразу две, а то и три нити бус. Настолько у меня густое здесь плетение, настолько богато украшена сейчас моя ладонь жемчугами. Но дело в том, что это одна нить бус, потому что ожерелье «Жемчужная магия» имеет длину, сейчас я вам это докажу, 120 сантиметров, это фантастика, это 1,20 метра натурального культивированного жемчуга по уникально доступной цене 1999 рублей. Сегодня ваша скидка составляет 1200 рублей. Давайте же разберемся, что значит жемчуг культивированный и почему так настойчиво и упорно я называю его натуральным. Дело в том, что культивированный жемчуг таким же точно образом, как и в дикой природе, растет в раковине моллюска. Единственное, что инициирует ее рост, человек, то есть в раковину моллюска помещается спрессованный перламутр, ну, покрытие жемчужинки состоит из перламутра, небольшой кусочек помещается внутрь, и раковина моллюска реагирует таким образом, что начинает вырабатывать новые слои перламутра, и слой за слоем покрывает вот эту вот спрессованную перламутровую бусинку, и получается жемчужинка. Посмотрите, абсолютно каждая жемчужина уникальна, вы не сможете найти здесь двух одинаковых. Помимо того, что это и так супер предложение, спеццена только сегодня на бусы «Жемчужная магия», у меня есть еще для вас предложение, да, в подарок к бусам «Жемчужная магия» вы получаете браслет. То есть, если вы заказываете одну нить бус, вы получаете один браслет. Если вы заказываете две нити бус, то два браслета и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание, очень важная информация, особенно если вы будете дарить этот гарнитур. Браслет у нас на эластичной ленте. Обратите внимание. Вот так, без труда, не расстегивая никакие замочки, никакие карабины, я спокойно надеваю эти браслеты. Жемчуг хорош тем, что его можно и нужно сочетать. Можно и нужно носить розовый жемчуг с черным, с белым. Обратите, пожалуйста, внимание, три варианта расцветки на выбор. Я специально надела три браслета, все три вида, для того, чтобы вы заметили, чтобы вы увидели, я не голословна. Жемчуг отлично смотрится в сочетаниях, поэтому я рекомендую вам заказать два, а то и все три гарнитура, и вы можете оставить себе, допустим, браслет розовый, а сами бусы черные, или черные бусы и белый браслет. Комбинируйте, пробуйте, сочетайте. Я уверена, что вы сможете создать абсолютно неповторимый образ, такой, который будет только у вас. Но мало того, что и так каждые бусы и каждый браслет «Жемчужная магия» уникальны, потому что здесь нет одинаковых жемчужинок, это культивированный жемчуг, это дар природы, вот какой создала природа каждую жемчужинку, такой она и есть, у каждой своя неповторимая форма. так вы еще сможете создавать свои уникальные образы. Ну и, конечно, нас с вами интересует, каков размер жемчужинок. Мы видим, что они достаточно крупные. Ну, давайте наугад абсолютно любую я сейчас измерю. Я уже вооружилась линейкой и готова вам продемонстрировать любую жемчужинку. Наугад я измеряю с помощью вот этой вот линейки. Вы видите, что диаметр данной жемчужинки у нас сантиметр. Это очень крупный жемчуг. Я хочу напомнить, а для тех, кто только что к нам присоединился, что у этих бус потрясающе уникальная длина 1,20 метра. Огромное количество образов, просто бесчисленное. Вот такого классического стандартного способа ношения, когда все будут думать, что у вас две нити бус, до варианта завязывания, как очень любила Коко Шанель. Вот таким вот образом она часто носила нить бус. Посмотрите, завязывала и превращала в абсолютно непередаваемый аксессуар. Причем этот узелок можно перемещать, делать его ниже, поднимать его выше. Поверьте, от этого образ изменится. Ну и не забывайте, что существует такое непреложное правило, касающееся жемчужных бус, жемчужного ожерелья. Чем длиннее это ожерелье, тем торжественнее повод. То есть длина бус под названием опера — это самые длинные бусы, как если бы вот эти 120-сантиметровые бусы вы надели бы во всю длину. Канал Шоп-энд-Шоу радует вас супер предложениями. У меня предложение неповторимое и уникальное. Это супер цена, спеццена на бусы из натурального культивированного жемчуга. Их название — магия, жемчужная магия. И обратите внимание, что вы каждый нити бус, это принципиально, получаете в подарок браслет. То есть если вы заказываете сразу три варианта — черный жемчуг, классический жемчуг белый и нежный розовый — вы получаете каждый нити бус по браслету. Браслет на эластичной ленте подойдет на любое запястье.